залобаним с укропчиком со сметанкой. Мсмен, млявый. Фонтан сделали! Хорошо! Хорошо! Потому что Настя с белой головой своей. Ребят, всем привет! Доброе утро, добрый день, добрый вечер, у кого как. Мы сейчас поедем на закупку. На базар, на наш любимый, от которого мы в шоке. Вот, и немножечко вас возьмем с собой и покажем, чего там берем. Так что увидимся уже на базаре. Какие эти пушистые кабачки. Огурцы, так кстати. Картошка сколько стоит? Доллар. Молоденькая, а? Доллар. 10 дирам? Да. Картошечку с укропчиком, да, сварим? Да, с маслицем. А укропчик тут есть? Конечно. Все, короче, берем кабачки, морковку, баклажан, капусту. Что еще? Горошек возьмем. Все, берем. Мы выбрали одну лавочку и тут набираем. Не ходить никуда. Теперь самое главное, чтобы нас не обманули. Короче, берем 10 килограмм картошки. А вот считаю, да. Стас у нас дилер, а я инспектор, сейчас скажу чек. Вот там чек нам дали. Чек. Вот уже стоит, ждет, чтобы помочь нам. И сзади тоже куча людей. Блин. Потому что Настя с белой головой своей. Ну ладно. Ребят, мы нашли укроп. Это ж вообще замечательно. Берем побольше укроп. Вот это вот на весь базар. И лучок, кстати, зеленый. Совсем здесь не популярно это. Да, мы же будем делать окрошку. Вот такой кипиш здесь на базаре, уже пробка. Мы справились. За 15 минут у тебя удочка появилась. Ничего себе. Вот, короче, три сумки. Во сколько нам обошлось? Так, это $25. $25 вот это все. Друзья, товарищи, как всегда для вас пакунки наши. Распаковка. Все купили. Картофан. Наведите. 10 килограммчиков. Погреб. Ну, лето наступило, видите. Ну, тут цена, в принципе, лето. Всегда можно отыскать зелень и все такое. Вот такое разнообразие продуктов продается на рынке Марокко. Так, давай по порядку. Свекла, горошек. Это же горошек или спаржа? Это... Хотел сказать брокколи. Это спаржа. Да нет, какая-то спаржа. Это горох. Какой это горох? Стручковая это... фасоль это. Наверное. Я всегда ее спаржу. Короче, мы ее просто любим в суп класть. Всегда его спаржей называю. Да. Укроп. Лучок зеленый. Авокадо. Авокадо. Огурец, помидор. Молоденькая картошечка, кстати, первый раз в этом году. Да. Залобаним с укропчиком, со сметанкой. Ух, угу. Черешенка. Черешня. Сладючая. Персик. Кстати, это мы еще должны собрать чуть-чуть продуктов и отвезем нашей няне, которая тоже у нас без работы сидит, и мы поедем ей. Отвезем тоже. Гуманитарную помощь. Гуманитарную помощь, точно. Вот еще редисочка, смотрите, какая длинненькая. Стас нашел. Дыня. Кинза, петрушка, морковь. Короче, от рынка еле дотянул эти сумки, блин. Это капец, блин. Ну, только одной картошки 10 килограмм. Да. А, еще вот цветная капуста. Я ее должна пожарить с яичком. Юля, если смотришь влог, скинь мне рецепт. Все, ребят, вот такая вот закупочка. А мы продолжаем наш влог. Оставайтесь с нами. Встретились с няней. Несем сумку. Вот такая вот медина, она там живет. Сейчас придем.
Ариана довольная, да. Очень любит няньки. Арианина марокканская бабушка. Марокканская бабушка, да. Пришли к няньке домой. Ариана проведать пришла няня. Алима. Салям. Вот у няньки такой вид крутой. Открывается. Это молоденькая картошечка. У-ля-ля. Помни, смотри, какие. Как аппетитно. Жалко, что уже после 8, да, тебе не залезть. После 6 вообще-то. А, да? После 6? Нет, ну я уже поела суп, мне уже не хочется кушать. Тебе сметанку дать? Нет. Как нет? В общем, вот такой вот у нас получился ужин. Обратите внимание на нашу селедку. Обратите внимание на мою вилку. Это не селедка, у нас селедки нет, и есть вот в Марокко только вот такая килька. Сами мы это ее не умеем делать. Солить. Вот только такую кильку, но и так, да, идет супер. Класс, Ариана, вкусно? 50 грамм только не хватает. Так вон, Ариана принесла тебе 200 грамм. Это же моя вода. Спустя 5 секунд. Ну как можно не попробовать? Ах ты, мыша. Очень вкусно. Очень, Стас. Браво. Какие у Арианы волосы? Золотые. Красивые. А мы вышли гулять. Сейчас покажу вам, сколько людей на набережной. Вот это городской пляж. Ну, не видно, конечно, количество людей, но просто... кишит, он весь забит. И вот на набережной люди там всегда. Просто вообще обалдеть. Очень много людей, очень. Мы будем кататься на роликах. Самое главное, безопасность. Вот у нас все, полный комплект. Проверка связи, пошла. Все, на дорогу только смотри. Ну все, первые шаги вроде норм. Проверка связи, раз-раз. Ну как вам? Супер. Молодежь, короче, модная, все на скейтах, великах. И здесь был фонтан, как бы это все типа отстроилось, потом забросилось. И он не работал ни одного дня, я не видела этого. И вот, пожалуйста, с подсветкой, фонтанчик просто супер. Ну, а вот видите, это все разрисовано уже. Все было новое, ну вот 2 года назад это все только построили. И как бы уже вот так вот убили. Жалко, зато фонтан сделали! У-ху! Ого, давай-давай! Думаешь, его Кеша зовут? Главная достопримечательность этого кафе. Хорошо! Хорошо! Экране! Спасибо! Дякую! Добро пожаловать! Короче, что-то болит живот, тошнит. Ну там все вот эти процессы проходят. А угля у нас нет. И тут в аптеке тоже нет угля. Попросили у Вики и у Алида. Сказали, есть уголь. Говорим, привезите чуть-чуть угля. Привезли вам. Целый пакет. Где-то, я не знаю, где-то 5000 таблеток где-то. На здоровье не болей. Тут, блин,
прихавать можно. Ты сразу ж меню закинь. Разогнаться нормально на угле. Тут можно и печь топить, на самом деле. Это что? Шашлыки можно сделать, она говорит. Арина, это таблетки. Покажи, Арина. Активированный уголь. Сколько мне? Ешь, папа. Сейчас. Сейчас жменьку прихаваю. Должно попустить. Вот что мы нашли, шелковицу. Вот она. Какая-то фрукта вот так. Какая-то фрукта? Да, смотри, открываешь. Ой. Сними как лизнешь. Это... Ты будешь это есть? Давай. Да. А где ты это нашла? Вот на дереве. Там растет такое? Это жевать как... не надо, потому что горечь. Оно горькое, поэтому не надо жевать. Да. Сразу глотаешь как устрица, что ли? Как устрица. Ну как? Вкусно, сладко. Да? Угу. Интересно, если разжевать. Давай я разжую и скажу свои эти. Угу. Покажи, где оно растет. А вот, прям на крыше. А, вот, как помидоры какие-то. Смотри. Похоже на помидоры, а так как будто а это мандарин, очень. Смотри. Вау. А ну-ка, дай я попробую. Знаешь, на ягоды годжи похоже вообще. Не жу. Это горечь. Просто глотаю, сладко. Ничего прям. А я прожевала. Не горько. Не горько было. Прикольно. Называется Раиф, Мсмен, Млявый. Это зависит от формы. Да? Угу. Вау! Да? Мы будем кушать блинчики. Да? Это с медом, а сахар. А я думал, вы не пьете сахар. А вон, так это, короче, сэндвич с яйцом и с колбаской, да? Пошли. Как называется эта колбаса? Кто говорит ливерка? Сэндвич с яйцом и колбаса. Маркаделла называется? Мартаделла. Мартаделла. Сколько животных здесь сегодня. Вон там какие-то цесарки. Коровушки. Ой, дядя Зимой. Я тебя боюсь. Вот еще ослик. Маленькому хочет. Нельзя, наверное, открыть. Ой, малютки. На камеры большие мы смотрим. Да, кстати, камера их вообще огромными делает. Да. А вот. Через дырочку вот так и вылезла. Да, там мама сидит, а здесь детки в отдельной. Да. Ой, какой, смотри, беленький. Какой хороший. Ой, какие милашки. Иди покорми. Бля, еда. О. Ничего себе. Ой, смотри, кушает. Ой. Ой, яички, да, перепелины. А вот смотри, какая. Вот это не перепелки, они выглядят, как они? Не знаю. Так как они выглядят, перепелки? Напишите в комментариях. Здесь есть перепелки? Я кролик теперь. Ну, давай, пиши. Как у тебя впечатление от фермы? Мам, будешь меня кормить? Давай, давай, дам кролику. Хочешь пойти ослику дать? Нет, сама будешь есть капусту. Корчёк. Вот, кстати, печь растопили. Класс, как в деревне. Будут выпекать хлеб. Домик какой-то новый построили здесь. Посмотрим. Здесь каждую неделю что-то добавляют новенького. Thank you.
как его зовут? Иа? Ослик Иа? Нет. А как? Келла. Келвин? Нет, Келлан. Колян? Ариана там пускает пузыри мыльные, бегает. Я держу для нее эту жидкость. Спасибо, что были с нами. Увидимся очень скоро в следующем видео.